Всем большой привет! Лариса и Николай, мы на левом берегу, это наши погорельцы, мы передаем кастрюльку, набор продуктовый и электроплиту передадут. Все, как у вас дела? Воды не, нас нету. Так и нету пока нет, воды, нет, да? Нет, ничего уже. И отопления нету, да? Нет, отопление в 11-го нам дали. Дали отопление? Вода в 11-го дали. О, ну хорошо, хотя бы отопление есть. Да, спасибо вашему душу, вы дали нам этот самый баритак. Обогреватель да, давали, да? Да, насколько нам спасли за это, потому что мы вообще, и сейчас еще, конечно, отопление у нас еле-еле дышит. Слабенькое, да? Да, так, слабое, подожди. слабое отопление. Ага, ну хорошо. Обогревателями только вот это видно. Спасибо. Хорошо, вам. Хорошо. Все, вам всего хорошего. Спасибо. Да, до свидания. А, наборчик продуктовый. Евелина с нами. Это Марина, жена Дениса, который девочку спас. Кто нас смотрит, об этом да, знает. Да, да. Да, мы передаем костюм женский, постельное, кастрюлю и наборчик и продуктовый. Продукты, да, вы нам уже давали. Спасибо да, большое хорошо. За продукты. Да, хоть спасибо. Кто-то что-то привозит. Спасибо вам большое. Всего хорошего, Денису привет. Обязательно, сейчас позвоню, передам. Да. Спасибо большое. Все, до свидания. Хорошо спас. Вот Марина рассказывает, что обогреватель, когда не было отопления, да, очень спас. Хорошо нас спас. Спасибо да. вам большое. Пожалуйста. У меня даже голос уже появился. Голос появился. Благодаря ему, потому что в тепле было и лечилось. Не было голоса у Марины, вот теперь появился. Да, мы спасибо наборе, вам большое. Мы Марине на борт. Давай, Давид с нами. Вот, Давид, посмотри большое. На меня. Спасибо все, вам всего огромное. Хорошего, Марина, не хорошего. Болейте, здоровья вам. Тетя Марина и дядя Олег, кто помнит, в прошлый раз мы снимали Марину с дочкой, у нее трое детей. Да. Была дочка Екатерина, но ее больше нет, мы вам соболезнуем. Спасибо. Спасибо вам огромное да. за помощь. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Мы наборчик передаем. Спасибо. У них трое детей, внуков да. осталось, да? Да, да. Все, да. все хорошо. Спасибо. Сергей и Лена. Ломоносовы, мы им уже помогали, передаем кастрюлю, сковородка и наборчик продуктовый. Как у вас дела? Никак. Ну а вам что-то обещают или восстанавливать ничего будут? Ничего не обещают, пока ничего. А восстанавливать будут? Ну, должны разбирать его, потом собирать, это дом? Еще год. Да. Полностью разбирать дом? Да. Ну, в смысле, сносить? Да, да, да. Да, ну, не сносить полностью. Будут? Нет, вот не сносить, будут разбирать, и заново какие-то плиты новые. Как это новая технология, разбирать да, дом и снова разбирать собирать. Дом до первого подъезда, а потом отсюда, отсюда, заново строить, да? Это в этом году мы... Ну, вы не отчаивайтесь. Спасибо. Не унывайте. Да не унывай. Теперь уже главное, что вы есть, что вы живы, а там все наладится. Да, не унывайте, что вы радостными были, а то так, конечно, и здоровье еще подорвете. Зачем? Почему? А, из-за дома, да? Все равно не унывайте. Да, вам всего хорошего. Да, до свидания вам. Юлия Дмитриевна, внук. Артем? Да. Артем, вот мы первый раз его видим, мы им помогали. Мы им наборчики. Два наборчика передаем. Спасибо большое вам. Спасибо большое. Всем низкий поклон, кто принимал участие. И вам здоровья, да. что вы за нас, нас не забываете, приезжаете, помогаете, добрые дела делаете. Дай Бог вам здоровья. Хорошо, хорошо, спасибо. Как у вас дела? Ну, потихонечку, да, справляюсь, да. Всего хорошего, Артем, тебе тоже. Да. Всего хорошего. Если можете. Спасибо большое. Людмила, бросили... правильно? Светлана. А, Светлана. Что не бросили нас в такую тяжелую минуту, что помогаете. Большое вам спасибо. Так, и может быть не очень слышно, а благодарить Светлана. Мы передаем кастрюльку, наборчик продуктовый и электроплиту передадут. Всего хорошего спасибо вам. Спасибо большое. Пожалуйста, все, до свидания. У тети Ларисы сына не стало 4 года назад, да, и невестка года. Воспитывает детей, двоих, двоих да? да? Мы наборчик ей передадим. Тетя Ларис, привет, Настя, спасибо передавайте. Большое. Да, пожалуйста. Надежда Владимировна из соседнего дома, тоже дом сильно пострадал. Да, мы наборчик круто. Передаем. Всего да, хорошего спасибо. Вам. Спасибо. Пожалуйста, вам до свидания. Хороших вам да. удачи, всего доброго. Спасибо. Здравствуйте, Любовь Алексеевна. Ой. Смотрите, костюмчик. Давайте сразу откроем. А давайте наборчик туда принесем. Да, сразу давайте. Поставим. Поиски. Ой, вы как всегда так. волшебники мои. По размеру главное посмотреть. Короче, слушайте. Такой вкус. Специально искали для маленьких человечков. Для маленького роста штаны. Как раз, хорошо. Замечательно. Да.
Все, и кофта. И кофточка. Ой, кофта. Кофта специально на замке, да, чтобы удобно было одевать. Да, да. Все. Пакетик. У меня на слово нет просто, понимаешь? Все, Любовь и Алексей, носите с удовольствием. Я вам, конечно, благодарна. Вы вообще необыкновенно и, как я говорила, волшебники. Потому что вы всегда приходите в нужное время. Вот, в нужное время. И приносите то, что необходимо людям. Это замечательно. Хорошо, хорошо. Это замечательно. Потому что если бы не вы, я не знаю, что бы было, например. Вот я совершенно не готова к таким вот условиям, которые у нас сейчас происходят. Ну ничего, все будет хорошо. Да, вам здоровья. Ращенко Людмиле и наборчик передаст Любовь Алексеевна. Непременно. Хорошо. Все, Любовь Алексеевна, мы поедем дальше. Вам всего хорошего, не унывайте. Да, до свидания. До свидания. Женя, Максим и Наташа, да, погорельцы. Да? Да. Мы видели их уже один раз, помогали, мы им передаем. Две подушки. Спасибо большое. Это был костюм, да? Спасибо. Так, сейчас одежда. Спасибо. Мальчику одежда. Обогреватель. Спасибо большое. Две подушки и набор продуктовый. Спасибо вам большое. Пожалуйста, пожалуйста. Вы донесете? Да. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Спасибо. Максим, как тебя дела? Нормально. Учишься хорошо? Точно? Да. Точно хорошо? Переболели. Здоровье тебе не болеет. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Все, вам всего хорошего. До свидания. Все. Татьяна и дядь Саша. Да, курточку. Ой, помните тот случай, когда перепутали? Мы вас очень ждали. Спасибо вам большое, да. Вы нам очень помогаете. Пожалуйста. Мы передали наборчик, да. Две подушки, два одеяла и обувь. Ага. Обувь по размеру потом примерите? Да, 36. На вид понравилось. Мне подходит. Уже это все люблю. Спасибо, все хорошо. Хорошо. Все, спасибо. Вам всего хорошего, да, спасибо. До свидания. Мне, да, тоже. Да, вам, он тяжелый. Спасибо. Ой. Светлана и дед Сережа. Мы находимся... Какая улица? Донская, да? Донская – это левый берег. Две подушки, наборчик и обувь передали. Всего спасибо вам хорошего. Спасибо. Пожалуйста. Удачи вам. Спасибо. Все, до свидания вам. Зинаида Павловна, передаем наборчик. Но ей помогут отнести, потому что он тяжелый. Или Саша, иди помоги. Сейчас, мы найдем, кто поможет. Лену. Если я влезу, значит, Людмила, которая нам помогла. Я давно просила Людмила обогреватель. Ой, я не знаю, как благодарить вас, девочки. И наборчик продуктовый, тогда вы сразу возьмите. Да. Хорошо. Я не знаю, как вас благодарить, Яночка. Девочки, спасибо вам большое за все. Пожалуйста, спасибо всем, кто высылает денежку. Спасибо. Спасибо вам большое за все, девочки. Пожалуйста. Оксана, мы должны уже ее помнить. Передаем сковородку и наборчик продуктовый. Спасибо большое. Пожалуйста. Как у вас дела, Оксана? Нормально. Нормально все? Да, все. Папе хорошо. Привет. Спасибо. Все, папе привет, всего хорошего. До свидания. Это погорельцы наши, помните, мы приезжали к ее дому на Азовстальской, да? Да, там уже полностью дома разрушен. Нет, уже вырос снесли. Котлован. Уже даже. Котлован? Да, уже котлован расчищен. Будут строить? Ну, я надеюсь, да, вот весной посмотрим. Ждем, да? Что там будет, да, и что нам дадут. Ждем, Оксана. Очень ждем. Все, всего хорошего вам, спасибо, до свидания. Спасибо, девочки. Людмила передаст Никулиной. Это бабушка, ей 97 лет. Обувь просили и наборчик продуктовый, ага. Передаем. Андрей, новую куртку, обувь. Обувь, да, одеяло. Подушка, одеяло и наборчик продуктовый. Большое спасибо за помощь. Я пожалуйста. Желаю вам счастья, удачки вам, что помогаете людям. Спасибо. Мы вот. Были у Андрея, снимали его дом, он живет вот... Вот следующий, вот это будет дом. Следующий дом, да? Да. Угу. Спасибо все, большое. Всего вам, хорошего да. вам. И вам да. спасибо, что помогаете людям. Да. Пожалуйста. Василий и Татьяна, Hello. Новые погорельцы. Ничего не осталось. Разбито, а может быть, да? Может быть, дом. А ну вот тут вот видно, он погорел. Да ничего. Это вот их дом. Рядом с ними. С ними рядом. А, это вот вы есть. Да, их дом рядом с фотографией. А за Романа что-то есть? И у вас тоже, да, все? Измочено? Ну видите, что от машины. Своровали все, да? Что от машины осталось. Давай серокопию. Серокопию давай, Романа. Да, так, сейчас попробуем сфокусировать. Погибли у нас в подъезде 17 человек. Я говорила, что там около 20 человек, только в одном доме. Да, мы остались. Это танк переехал, да? Да.
И еще один человек, которому мы передадим, его здесь нет. Давай, я один возьму, а вы еще возьмите потом. Держите, это вам. Так, два пакета. Да, два пакета, это один набор. Держите. Руку ранила, надо на операцию сделать. Поеду. Еще один набор, это вам. Да, спасибо вам большое. Пожалуйста. Мира, всем добра. И вам. А, и Роману набор, вы перед... Ну, тогда сразу туда, в машину. Пусть у вас все получится. Да, здоровья вам. Какое спасибо вам. Господи, помогайте нам. Мы вообще без ничего стали. На старости есть ничего. Вот как вот... Все чужое, все чужое. Все чужое, да? Да. Своего ничего. Нет, шапка от моя. Главное, что вы живы. Да. Остальное наживется. Да, у нас погибли много. Много дети, у нас дети погибли в подвале. Ваши, да? Да. Вы в это время где были? В подвале. В этом же момент, да? Да. Потом мы переночевали две ночи. Нет, одну ночь переночевали, 19-го, и ушли в 4-ю больницу в убежище. Самое пекло. И вот ранило Василий. А ранило 4 марта. Да, Василий, мы вам передаем немножко. Ой, может, куртку купите теплую? Надо, все. Они поедут на операцию, у нас с собой нету курток, просят. Ну, что-нибудь теплое, там холодно. Одеяло, может, прости, у нас ничего. Я не устану повторять слова благодарности всем добрым людям, которые высылают денежку, высылают посылки. Я очень благодарю вас от себя и от этих людей. Отдельно благодарю тех, кто поддерживает меня лично. Спасибо вам большое-большое. Пусть у вас в жизни будет все замечательно. Не грустите. Всем пока-пока.